Здравствуйте, товарищи! Сегодня рассмотрим вооружение поддержки, вооружение среднего радиуса действия 500-600 метров. Первое на очереди у нас вооружение Batfly. Ракетное вооружение 500 метров, 5344 урона с обоймы на пятом уровне, 12 секунд перезарядка. Давайте посмотрим его в бою. Бой начинается, и давайте потестируем вооружение Batfly. Обычно на вооружении ближнего боя я сразу рвусь на маяк врагов. Ну давайте попробуем также сделать. Захватываю вот этот, на этой карте маяк врагов. И потом упрыгиваю в безопасное место и захватываю уже свой маяк. Вот, шапку ему сняли, энергобарьер, энергощит. Так, все, маяк захвачен, и я быстренько убегаю отсюда. Ой, как хорошо по мне дамажит. Щит мне сняли мой. Так, так. Ну, если видите, робот не прокачанный, как в данном случае, то оружие Batfly хорошо дамажит. Даже на пятом уровне прокачки. Так, прошел. Первые ракеты прошли, вторые не прошли. Всего пятый уровень 6 ракет наносит 32 тысячи повреждений. Так. Опа-на. Как-то непонятно, я скаканул. Давайте, чтобы урон не получать, я упрыгну подальше. Оружие не дамажное. Я не могу, в принципе, себя защитить. Я могу только поддерживать атаку. Так, меня слева дамажут. Ой, как хорошо. Ну, давайте. Еще один выстрел. Все, отлично, снес его. Так. Ну и продолжаем поддерживать атаку. Даже на очень большом расстоянии, до 500 метров. Могу, в принципе, стрелять прямо до респа врагов. По мне активно открывали огонь, и у меня ничего не осталось от энергобарьера. Так. Мне нужно выбирать цели без энергобарьеров. Так, союзник мне перекрыл линию обстрела, и все ракеты попали в него. Так. Прицеливаемся. Берем повыше. Отлично. Так, у этого цели как-то тоже он странно прыгнул. Есть энергобарьер. Все, мы выиграли по маякам. Толком я и не повоевал. Давайте на следующий бой. Бой идет. Я вот увидел, что играет City Hunter. Давайте я захочу маяк Е и постараюсь по-быстренькому уйти в безопасное место. Вот я вижу, City Hunter играет на плазме. Если он заинтересуется мной, мне будет очень-очень больно. Так, пока меня City Hunter не видит, я маяк занял и упрыгиваю в безопасное место. По пути еще подамажив врага без энергобарьера. Так, вблизи мне делать нечего, поэтому я отступаю. Угу. Каждые, получается, 2 секунды я выпускаю ракеты. Где-то примерно так. Отлично, справились с целью без энергобарьера некачанный. А вот с City Hunter придется повозиться, наверное. Давайте посмотрим. Где City Hunter? Его что, убили? Тут он спускается. Ух ты, ё-моё. Вот это по-любому City. Ух ты, к нам какой-то... непонятный ник подсоединился. У него робот Хантер довольно-таки неплохо прокачанный. Еще и плазма, дробошик. Это странная сборка. А я и не могу его нормально продамажить. Давайте будем играть полноценную роль поддержки. Отступаем еще дальше. Так, а вот цель с энергобарьером. Ракеты Хаунд. Если у меня за раз 32 тысячи снимается, а у него барьер... 56 тысяч, то, соответственно, бесполезно по нему стрелять. Выбираю цели уже, у которой снята шапка, энергобарьер. Вот, он что-то проходит вроде бы. Или у которой вообще нету энергобарьера. Давай, давай, стреляй. Все, убили. Так. Вот, по нему стреляют, поэтому можно идти прыгать и помогать. Энергобарьер меня защищает от ракет Хаунд, но от этого мне, конечно, он не защитит. А он стреляет конкретно по мне.
Так, я спрятался. Но меня заливают ракетами Хаунд. С прыжка ему. Хопа. О, еще и справились, отлично. Остался живой, бой был, в принципе, напряженный. Почему я выжил, это даже странно, странно. Ну, потому что, скорее всего, робот у меня 10 левела прокачки. Довольно-таки много хп. Так, цель. У цели энергобарьер отсутствует. И кто-то опустился сверху. Без энергобарьера, отлично. Давайте по ней поработаем. Немного ее покоцали. Ну, вы еще раз убеждаете, что данное оружие эффективно только если команда ваша, что называется, тащит. И вы ей помогаете. Добиваете уже подраненных врагов, у которого малое количество хп. Или снимаете шапки, энергобарьеры, чтобы ваши союзники уже не занимались сниманием энергобарьера, а непосредственно дамажили врага. Вот такая цель у данного вооружения. Вышел, отстрелял обойму и спрятался. Бесполезно идти в рукопашку. Бесполезно идти вперед. Издалека. Отстрелился. И как-то, видите, странно, ракета то влево, то вправо. Тоже какой-то разброс имеется. Так, что у нас там идет? Набил я очень мало. У которого какие-то кругляшки, ник, уже 750 тысяч. То есть он всю мою команду слил. Так, вот видите, сняли шапку, помогаем. Или сами снимаем шапки, или помогаем тому, кто уже снял шапки, чтобы его труд не был напрасным. Опять кто-то приземлился. Иероглифы приземлились, да, на роботе предатор. Так, давайте все-таки по той цели работать. Может, когда-нибудь я его работаю все-таки. Странно, видите, ракеты, какой-то разброс. Тут не только у плазмы разброс есть, и у ракет. Сейчас вроде концентрированно полетели. Видать, тоже, когда ходишь, перемещаешься, прицел сбивается или что, и влево-вправо ракеты косят. Так что можете, в принципе, промазывать. Если, допустим, на вот ракетах я играю, вас поиграю, там разброса незаметно, потому что все время стреляешь вблизи. Вот видите, да, полетела тоже ракета влево. Разброса незаметно. А у данных ракет разброс очень сильно заметен. Так, он мне может слить еще. Негодяй. Да, о, да, разброс есть у ракет. Печально. Получается, на большую дистанцию вы будете промазывать. Так, работаем по цели без энергобарьера. Сейчас сольем. Давай, давай. Отлично. Вот наколошматил уже 400. На непрокачанном вооружении. Возможно, если вы прокачаете до 10 уровня, то будет оружие очень даже ничего. Сейчас, конечно, на 5 левеле в топе на нем не поиграешь особо. Так, пытается забрать маяк. Ну, давайте по нему постреляем. Энергобарьер у него не такой крепкий. Так, перескочил герой наш. Убежал с поля боя. Так. У ракеты есть разрыв. В принципе, можете даже стрелять за стеночку и дамажить, убивать врагов. Враги уже кончаются, поэтому я решил пойти на маяк. Количество хп у меня очень мало, но я думаю, без труда справлюсь. Так, за камень стреляем справа. И видите, урон проходит. Отлично. Надо все-таки его выкорчевывать как-то. Засел там. Давайте сверху попробуем. Нормально сверху получается. Сейчас он убежал. Все, я его убил. Разрыв у ракет я не знаю. В характеристиках не написан. Но, как видите, он большой. Ой, как активно работаем по одной цели. Так и нужно работать всегда концентрированно по одной цели. Отлично. Ну и в итоге давайте посмотрим результаты. 500 000 набил на непрокачанном вооружении. Кругляшки набили почти 1 000 000. Сити Хантер или отвалился, соединение у него оборвалось, или у него ангар не прокачанный. Всего лишь 160 тысяч набил. Переходим к следующему вооружению.
Следующее вооружение Dragonfly, пулемет на 600 метров, урон с обоймы 13 тысяч, перезарядка 16 секунд. Урон на данном вооружении наносится плавно, постепенно. Давайте посмотрим его в бою. Бой начинается. Берем патрончика на Dragonfly, ну и давайте сразу опустимся на маяк С, раз нас недалеко от него разместили. И потом сразу захватываем маяк Е. Два ближайших маяка. Играем на оружие Dragon. Ого себе! Так. Справились с врагом, конечно. Вот это сюрприз. Скорее всего, враг был не прокачанный. Почему-то я его легко убил. У Dragonfly на патруле на пятом уровне 78 тысяч с обоймы урон. То есть всю обойму разряжаете и 78 тысяч наносите повреждений. Это немного. С оружием ближнего боя также не сравнится. Так, кто там нами интересуется? Плазма 350 метров. Ну, этот робот у него прокачан. Смотрите, 134 тысячи хпшки. И мне нужно срочно убегать. Срочно, он меня просто порвет. Вблизи он меня порвет. Так, давайте по целям без энергобарьера постреляем пока. Чтобы они маяк нас не захватили. Так, вот он меня уже все рвет. Вот сюда вот я спрячусь. И буду защищать маяк. Задача Dragonfly — издалека помогать союзникам. Мои союзники чем заняты? Союзники боты, и они тупят. Да. В данном бою я не могу полностью... Вот, появился нормальный союзник. Дип Сикс. Ну и давайте будем ему помогать. Будем его прикрывать. Данное оружие — оружие прикрытия. А он сам неплохо справляется. Так. Моя задача — дамажить врагов, которые подходят к моему союзнику, чтобы они уже подходили к нему с небольшим количеством хп. И мой союзник легко их убивал. Но видите, почему-то опять-таки у меня не получается стоять вдали. Все время у меня какое-то ближнее расстояние получается. Ну все, давай, я его нормально подамажил. Вот, видите, у вас тандем образовался. У него оружие ближнего боя, у меня среднего. Но я воюю почему-то вблизи. И вот опять 300 метров, это даже расстояние, вот уже меньше, это расстояние в два раза меньше моего максимального расстояния. Ну, половину робота я слил, и давайте я буду прятаться, убегать. Все, и видите, он его добивает. В принципе, неплохой тандем. Давай, добивай, справляйся с ним, отлично. Deep Six его убил. Так, вот, расстояние подходящее для моего вооружения. 550 метров идеально просто. Давайте даже захватим цель. Отлично, неплохо по нему подамажили. Давайте подойдем поближе, прыжком сократим дистанцию. Так, расстояние 400 метров, захватываем. И давайте работать по врагу. По мне летят ракеты Хаунд, давайте я буду прятаться. И тем более обойма почти пустая. Так, где-то далеко. Где мой союзник, напарник? Он пошел наверх, он меня бросил, а на меня идет... Раз, два. Два врага. Три. Три врага, это очень печально. Так, у этого у тебя какое вооружение там? Пулеметы, славьте господи. Не дробаши. Так, с этим справились, давайте будем убегать. Я себя не могу никак защитить. Шапки я снимаю очень плохо. Ракеты наносят урон сразу. Быстро наносят урон, а пулеметы постепенно заливают. Я на своем основном аккаунте, вернее на своем основном ангаре играю на пулеметах 400 метров. У них, естественно, дамаг значительно больше, чем у данного вооружения.
Ну и расстояние в два раза меньше. Так, вот я боюсь Вити выйти. Давайте. Шапку ему снимем. Ай-яй-яй-яй, как все печально. Давай, работай, работай. Я тебе... Чё ты в землю стреляешь? Помогаю тебе, помогаю. Вон, без шапки, голенький стоит. Стреляй по нему, стреляй. Он у меня сейчас уработает. Я не знаю, но я каким-то хреном выжил. Так, сидим, также не высовываемся. Опять ракеты Хаунд, которые мы будем рассматривать следующие. Спаси меня, дружище. А, все, отвернулся от меня. О, да, печально. Убегаем подальше. Вот сюда вот. Захватываем врага. У него уже нет шапки. И непосредственно тело робота сливаем. Помогаем нашему союзнику. Отлично. Ну и что наблюдаем? У союзника вооружение ближнего боя 770, у меня 480. В принципе, неплохо. И учитывая, что вооружение у меня не качанное. А скорее всего у союзника все прокачанное. Почему у меня такое подозрение? Так, 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 так. Мне нужно за камень уходить. Отлично, справились. У меня 507, у него 800 с чем-то. И сейчас будем издалека заливать. Так, расстояние, видите, большое. Не получилось. Враги за укрытием и бой закончен. Вот такие вот пулеметы. Ракеты Хаунд. Самонаводящиеся. Действует по принципу выстрелил и забыл. Главное учитывать рельеф местности. Радиус поражения 600 метров. 10 тысяч урон с обоймы. Перезарядка 12 секунд. Бой в разгаре. Борется Чарн Джанта. Кругляшки. Блейд Шмидт. Ну давайте, давайте. Так. Три маяка у нас есть. Вот здесь хорошенькое место, где вот стоит на плазмах робот за камешками. Там можно укрываться и неплохо дамажить. Так. Захват цели происходит мгновенно. Навели на цель и сразу можем стрелять. Ух ты, смотрите, кто у нас там. Джанта на патруле, 550 метров. Стреляет уже по мне. 67 тысяч энергобарьер, а я наношу с собой мы 60 тысяч. Можно, конечно, его напугать, снять ему шапку. Но давайте дамажить лучше. Если сниму шапку, должен кто-то мне потом, соответственно, это должна быть цель. А хотя вот он, да, я сниму шапку, а он будет дамажить, да? В принципе, можно. Ну-ка, давайте с прыжка ему вот так шапку поснимаем. Во! Вот, неплохо, почти всю шапку мы сняли ему. Но видите, он прячется грамотно, и по нему трудно попасть. Вот, он вышел, потерял свою бдительность. Отлично, вот, непосредственно телу робота мы нанесли повреждение. И давайте с прыжка мы еще ему немножко. Бах, бах, о, как хорошо вошло. Все ракеты попали в цель. Так, ни за что не зацепились. Сейчас с прыжка мы ему опять дадим звездюлей. Ну-ка, ну-ка. Так. Ну, так-то он может меня еще и снести. Опасно. А, ну вот видите, он испугался, сидит за камнем. Хотя нечто, не испугался. Идет на размен. У кого быстрее хпшка кончится. Ну, это, конечно, глупая такая тактика. Надо играть от укрытий, а не идти на размен. А видите, я снимаю шапку, этот союзник уже стреляет по другой цели. Ну, это, конечно, неправильно. Я для кого там стараюсь. Давайте тогда поработать здесь. Когда враг убит, а был захвачен, то ракеты улетают вверх. Не знаю почему. Урон у меня очень мало. Ну потому что я поздно присоединился в бой. Давайте выбираем цель без энергобарьера. И с прыжка, чтобы траектория была повыше, заливаем. Бах, бах. Куда-то я попадаю и почему-то урон не наносится. Вот. Давайте по этой цели постреляем. И убил не я. Так, кто-то сверху приземлился. Джанта приземлился на бизоне. 300 метров ракеты, еще и дрон.
Сборка очень домашняя. Домашний даже патрол, на котором я сейчас играю. Потому что 5 слотов и один тяжелый у дрона. Так, а там у нас играет Чар на Бизоне и на вооружении таком же, как у меня. Ну давайте союзнику поможем, помогать уже некому. Ну давайте хотя бы добьем или хотя бы нанесем сильные повреждения. Смотрим, у врага уже хпшки маловато. Можем, в принципе, одну обойму потратить и еще, не знаю, там, пару выстрелов, и враг будет готов. При учете, что все ракеты попадут в цель. Так, ну, видим, что попали и ракеты. Некоторые попали в цель, а некоторые зацепились за землю. Так, как бы по нему подамажить? С прыжка, что ли? Нет, попал в камень. Все, сейчас убил. Отлично. Ну, давайте захватим маяк. То есть траектория у ракет хорошая, но за камни вы не попадете. За камни вы можете попасть только на артиллерии. Так, чего у него там за вооружение? У него также бизон. То есть у него второй бизон. Так. Вот сейчас по нему неплохо дамажим. Ракета самонаводящаяся, враг прыгнул, я стрелял где-то вот сюда, вот, но ракеты полетели и во врагу попали. То есть враг перемещается, на другом вооружении вы, естественно, будете промазывать. На данном вооружении все ракеты полетят туда, куда они и летели. Враг никуда не денется. Вот расстояние приличное и можно издалека заливать. Вот оно, артиллерия, которая залетает даже за камни. Давайте полностью зарядимся. И обрадуем врага с прыжка, чтобы все ракеты, чтобы ракеты не попадали вот в укрытие. Они а вот все уже. Ну, повезло тебе, дружище. Давайте переходим к самому интересному вооружению. Вооружение Фантом плазменное, наносит повреждения, игнорируя энергетический барьер. Дальность поражения 550 метров, урон с обоймы на 10 уровне 10 тысяч. Перезарядка 8 секунд. Бой в разгаре. Я вижу, плазма там сверкает. Кто играет? Ну, у нас понятно, играют 2 человека. А у врагов непонятно. Или не переименовались, или боты. Так, ну почему-то у нас маяков мало. Давайте полетим вот на маяк D, насколько я помню. А нет, Е. Е он называется. Серединный маяк, за который все борются. Отлично. Захватываем маяк. Ой, нам на голову кто-то приземляется. Давайте упрыгиваем поскорей. Давай, помогай, помогай. Меня сейчас сольют. Я не смогу сделать обзор. Отлично. Всего роботом не раздолбал. Блейд Шмидт или кто это, непонятно. Ой, какой бой стал. Так, нужно прыжок иметь в запасе. Вот видите, враг подлетает. Можно, в принципе, по нему уже начать стрелять. Пока он летит, можно стрелять по врагу при ручном прицеливании. Так, сделаем захват цели. Отлично, справились. Активно нам помогает артиллерия. Молодец, спасибо. Без тебя бы мы не справились. Раньше данное вооружение Фантом можно было играть как в ближнем бою, так и на средней дистанции. Ввиду высокого урона и высокой дальности вооружения. Но теперь они его понерфили. Что за дела вообще? Летают, летают, даже стоишь уже вроде бы не так-то близко. Они могут до тебя долететь и на голову приземлиться. А у меня хпшки... Хпшкой не могу похвастаться. Вот видите, опять треугольник где-то сверху, летит вражина. А, вот, далековато. Понерфили вооружение, оно стало теперь, по сравнению с предыдущим моим обзором, ну, так, навскидку, процентов на 20, на 30... слабее. И теперь данным вооружением, конечно, вблизи идти можно, но нежелательно. Так, отлично, дамажим. Стоим на месте. Никуда не идем. Чтобы прицел не сбивался. А враг хочет маяк. Так, ну не дадим ему захватить. Отлично, убили, он
что сделал? Он его выключил, сделал белым. Печально. Так, робот с энергобарьером. Это нас нисколько не смущает. Плазма прошивает энергобарьер. Ну и вот смотрите сами. Ну, данное вооружение, конечно, интересно тем, что не нужно снимать энергобарьер. Это очень-очень большой плюс. Захватываем данного врага. Пока он будет, видите, снимать шапку, мы его уже заберем. Отлично. Хотя это убил он. Но всю хпшку сняли ему, мы. Так, кто-то там кому-то на голову упал. На роботе спирит, господи, ты на чем играешь, дружище? На таких-то роботах и идти в атаку крайне нежелательно. Сидел где-нибудь за камнями, сдали, да, дамажил. На чем-нибудь среднем или дальнем радиусе действия. Но никак не на ближнем нужно играть, на слабых роботах и не прокачанных. Так, у меня все роботы стараюсь прокачивать до 10 левела. Вот, отличный робот. А, 550 метров нам нужно. Вот, 550 метров есть. Но, видите, грамотно стал там за камнями. За балками какими-то. За укрытием, в общем. Но укрытие имеются щели. Если, соответственно, попадаешь в щель, то урон проходит. Вот такое вооружение Фантом. За неполный бой я набил почти 500 000. Бой я начал где-то на 6-й минуте. На этом все. Спасибо, что смотрели. До скорых встреч.